здесь часто пробки на этом месте? Ну, на данный момент да. А когда будет четырехполосная, наверное, разгрузится сильно. А когда будет? Не скажу. Даже в полдень на объездной огромный поток машин, а в час пик здесь просто транспортный коллапс. Водители пытаются объехать пробки в центре и вновь в них попадают. Но с новенькой четырехполосной дорогой, которую уже начали расширять, проблема частично решится. Автомобилисты обеими руками за строительство. Удобнее ездить, особенно в часы пик и в воскресенье вечером, как бы для нашей работы в такси. Само то будет расширение. Реконструкция участка шоссе Ленточный Бор длиной 800 метров от улицы Кутузова до моста через Барнаулку рассчитана на 2 года. Сейчас дорожники снимают растительный слой грунта и приступают к расширению земляного полотна в каждую из сторон. Укладывать асфальт будут уже в следующем году. Также предусмотрены проектом устройство автобусных остановок с переходно-скоростными полосами. Это тоже повысит безопасность дорожного движения. Устройство барьерного ограждения и освещение на всем участке. При расширении дороги не обойтись без жертв. Некоторые зеленые насаждения придется вырубить. В зону рубки попадают хвойные деревья и клены. Пока неизвестно, сколько именно деревьев придется принести в жертву четырехполосному комфорту. Вопрос сейчас как раз решается, не без участия специалистов лесного хозяйства. Валентина Аскерова, Илья Халяпин. День с толком.